Использование светодиода уменьшает потребление энергии в 3-8 раз, чем в случае использования лампы накаливания или галогеновой лампы. Светодиодное освещение – это высокая степень надежности. Отсутствие стеклянной колбы дает им механическую прочность. Светодиоды являются идеальным вариантом для работы в сложных условиях – вибрации, ударов, термовоздействия. Эти условия характерны для автотранспорта или авиатранспорта, речных и морских отраслей. Лампы накаливания работают максимум до 1000 часов. Люминесцентные лампы от 5 до 10 тысяч часов, а срок эксплуатации светодиодов достигает отметки 100 тысяч часов. Светодиоды имеют разные излучаемые цвета. Благодаря узкой полосе излучения КПД светодиодов гораздо выше, чем, к примеру, КПД ламп накаливания с фильтром такого же цвета. Благодаря своим незначительным размерам светодиоды могут размещаться внутри любого устройства. Кроме того, светодиоды – экологически чистый продукт, в них не содержатся ртуть, содержащие элементы, а также отсутствуют электромагнитные поля и излучения. Низкая теплоотдача делает приборы на основе светодиодов легкими и компактными. Незначительный нагрев освещаемой поверхности делает светодиоды максимально удобными для применения в медицинском и научном оборудовании. В настоящее время светодиоды вполне способны заменить лампы накаливания, а в ближайшем будущем – и люминесцентные лампы.